Запускаем загрузчик с кассеты. Сам загрузчик небольшой, буквально 30 секунд занимает его загрузка. Вот и все, он и загружен. Так, убеждаемся, что у нас провод подключен к Эмстон джойстику. Подключен он у нас к CD-приводу через усилитель дополнительный, потому что мощности транзистора мне не хватило. Так, выбираем, значит, интерфейс. Убеждаемся, что вот так кабели включены. Нажимаем Enter, нажимаем пробел для проверки. Красный бордюр означает то, что мощности сигнала нам не хватает. Сейчас мы посмотрим по инструкции, сколько нам надо добавить. Вот начинаем потихонечку добавлять громкость. Вот видим, появились зеленые полосы, и нам надо дождаться, когда бордюр будет полностью зеленый. Вот, получили результат. Останавливаем, нажимаем Quit и переходим к загрузке. Например, первой игры. Загрузка началась. И вот появилась заставка. Все игры на диске занимают ровно 1 минуту. При этом для загрузки требуется обычно чуть меньше времени, 30-40 секунд. Все, игра загрузилась. Можно остановить CD-проигрыватель. Если, например, нам не хочется в нее играть, можем во время игры нажать кнопочки Quit. И у нас вернется управление загрузчику, то есть он будет ожидать следующего трека. Пускаем, например, какой-нибудь другой трек, например, 4-й. Обратите внимание на полосы, бегающие по бордюру, насколько они тоньше обычных. Вот опять загрузилась заставка, пошла загрузка самой игры. Все, игра загрузилась. Останавливаем CD-проигрыватель. Можем даже, например, поиграть. Ну, пожалуйста. Все загрузилось, все играет.